Чувашии проходит межрегиональный музейный форум. В республику приехали краеведы, историки, хранители. Многие из них входят в Совет музеев Приволжского федерального округа, единственного в России окружного объединения музейных сотрудников. В составе объединения более 70 музеев, работающих на территории ПФО, инициатором сотрудничества выступил коллектив Ульяновского областного краеведческого музея. И вот уже 6 лет подряд научные сотрудники встречаются в одном из регионов, чтобы обсудить актуальные задачи музейной отрасли. Повод большой, да, 100-летие Чувашского национального музея. Кроме торжественной и такой вот общественной части, предусмотрена большая деловая программа, поскольку к нам приехали еще спикеры из ведущих федеральных музеев. Они приведут здесь огромное количество таких площадок, которые затрагивают актуальные вопросы музейного дела на сегодняшний день. Очень важным вопросом, одним из важных, является площадка, которая посвящена новым, введенным в этом году правилам учета и хранения музейных предметов.